Делаю маникюр, быстро и недорого, входите. Классный маникюр, и дешево, быстро делаю. О, мне как раз нужен новый маникюр. И мне тоже бы не помешало. А сколько стоит маникюр? $100. О, как-то дорого. И где вы такие цены нашли? Не хотите, как хотите, я крутой специалист. Пойдем лучше отсюда. Девочки, поплачу, я вам делаю маникюр. Да, я. А сколько стоит? $1. А у тебя вообще опыт есть? Нет. Нет уж, пойдем лучше к дорогому специалисту. Ну давай, делай нам маникюр. I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the match cause they were handed down to me. But I'm still fly. Ты точно специалист? Конечно, я ж беру $100. I'm still fly, I'm still fly, let's go. Девочки, кому делаю маникюр? Ты еще маленькая, иди на ком-нибудь потренируйся. Потренируйся пока на своем папе. Папочка, я только один день. Хорошо. Хорошо. Паш, чего сидишь? Папа же сказал хорошо. Все, девочки, маникюр готов. Тогда пойдем прыгать на батуте. Заодно и лак подсушим. Так, чего я, девочка? Какой я перебью? Вот это, Тотя. Я уже начинаю беспокоиться. Да побоится она папу красить. Пойдем посмотрим, она могла бы и поверить. Некрасиво мы на нее пошутили. Когда твой папа проснется, будет не смешно. Давайте быстрее снимать лак, пока он еще спит. Хорошо, что ты твоей пленочкой снимаешь? Ну что ж, сосиску. Слава богу, мы все успели оттереть. Чего вы так на нее уставились? Ну папа, ты так забавно храпел, что мы побежали послушать твою музыку. Все, ну мы побежали, мы заняты. Странные вы какие-то. А какие мне чистые ногти и как вкусно пахнут. Ребята, не разыгрывайте маленьких. Будьте для них примером хорошего поведения. Ну и, конечно, подписывайтесь и ставьте лайк. А, кстати, мы открыли новый канал Красопята, где я буду для вас снимать новые влоги, челленджи и всякие другие разные видео. Ссылочка в описании.